продает Sonar X2, который вышел, который выходит, точнее, он еще не вышел, финальный релиз, выйдет этой осенью. Прежде всего, это лучший секвенсор на рынке, это без комментариев, можете сами проверить, просто возьмите, если вам потребуется, я могу предоставить NFR, то есть Not For Resale, версию для теста, вы сможете сами ознакомиться с ее возможностями и понять, что действительно аналогов на рынке просто не существует. Все наши дорогие друзья-конкуренты реально проигрывают и по функционалу, и по качеству звука, и по возможностям в целом. Новый движок, улучшенный интерфейс. Движок — это самое главное. В программе в любом случае, кроме интерфейса, естественно, звук доработанный, звучит лучше. Несмотря на то, что Sonar X1 и созданные на нем продукты звучат, в общем-то, за авторством таких людей, как Мадонна, Бритни Спирс, ни много ни мало, да, Пол Окинфолд тот же самый, то есть немало известные люди, скажем так, работают с этой средой. И сейчас мы делаем еще лучше. Звук еще более детальный, более доработанный, более интересный. Улучшенный интерфейс — это тоже важный момент, который вот хотелось бы отдельно подчеркнуть. То, чего наши пользователи, кстати, вот на удивление моим коллегам из-за рубежа, не воспринимают. Пользовательская поддержка, которую оказывает Roland Россия клиентам, вашим клиентам, она огромна. И вы можете в этой поддержке тоже получить для себя коммерческую выгоду. Почему? Потому что поддержка в данном случае — это не просто консультация, рассказы, это сбор обратной связи. Допустим, клиент пришел, говорит, я купил Sonar, мне не понравилось, там меню не там выпадает. Вот даже вот эта банальная претензия, собранная нами и отправленная туда, то есть в Америку, где разрабатывается этот продукт, она учитывается. И в следующих поколениях то, что хотят пользователи, они получают. То есть все эти нюансы из русского рынка в том числе учитываются. Вы можете потом своему клиенту, который к вам пришел и сказал вот эту вот нелепую фразу, потом сказать, а вот исправят по вашей просьбе. То есть это дополнительный маркетинговый актив, которым вы можете пользоваться. 100% связь всегда обеспечена. Просто пользуйтесь этим каналом для рекламы. AirMix, Sonar и новые VST. Ну, это, понятно, новая начинка. AirMix, здесь маленький момент. Вы, наверное, знаете, у нас есть в нашем ассортименте такой прекрасный программный продукт, как Roland AirMix. Не все еще пробовали, я знаю, многие даже и не знают о нем. Напоминаю, это уникальная технология, которая позволяет переделывать уже имеющиеся композиции. Например, у вас есть MP3 с любимой песней, которую нужно сделать минусовку. Вы можете вырезать из этой минусовки, допустим, один из инструментов микса и заменить его на другой, из готовой MP3. Это позволяет AirMix. В Sonar этот инструмент работает немножечко по-другому, но по тому же принципу. Вы можете работать с аудиоматериалом в контексте панорамирования и частот. То есть вы определяете, какие частоты вам... Это, грубо говоря, более серьезный эквалайзер, если уж совсем просто объяснять, но обладающий гораздо большим функционалом, чем просто эквалайзер. Это и на определенной области, просто в одном звуке положить определенные эффекты. То есть то, чего в принципе не позволяет ни один редактор в целом. Это является теперь частью инструментария Sonar X2. Очередной ноу-хау, который у нас только у нас не можно найти. Вот. Новые VST, это естественно, мы продолжаем двигаться вперед. Мы ушли от гитар-рига, мы поставили новые гитарные VST, которые будут использоваться в Sonar 2. Звучит гораздо четче и, главное, живее.